Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня проект без вложений для любителей криптомонет по сбору XRP, Ripple. Значит, CryptoAD называется. Регистрация здесь простейшая. Значит, юзернейм, email, пароль, повтор пароля. Вводите капчу, галочку и создать аккаунт. Я же войду в аккаунт. Дело в том, что мне на почту пришло письмо с паролем. Проверьте почту на всякий случай. И пока я не изменила, я зашла по имейлу и паролю, что мне пришло на почту. И мне нужно в обязательном порядке было сменить пароль. Пока я пароль не сменила, мне было никаких действий не сделать. Значит, здесь мы что? Собираем Ripple. Минимум на вывод 1 Ripple. Так? Значит, что здесь далее? Значит, вот здесь у вас будет сеттинг. Заполнить нужно будет. Вот я тут все заполнила как бы. Далее здесь email, security, двухфакторную аутентификацию можно поставить. И payment — это вывод. Я еще ничего не выводила, так как вот по XRP. Так. Далее зарабатывать монетки. Нажимаем Earn Crypto. И зарабатывать здесь на чем? Здесь AfferVal, майнинг есть, SurfADS. Вот это не работает, это тоже не работает. Это апгрейд делать. Значит, SurfADS, я вот здесь работаю. Я буду переносить его на другой браузер, так как у меня здесь блокировщик рекламы. Вот у меня здесь расширение, оно не дает мне на AfferVal. Значит, нажимаете вот SurfADS, значит, вот на синюю вкладочку визит веб-сайт, возвращаемся сюда, идет отсчет времени, вот сейчас закончится, подождем несколько секунд, все, монетка нам засчиталась, сейчас страничка обновится и по новой. Так, и вот у меня уже стало как бы... Что у меня стало? А ничего, как было 0.3, так и есть. Вот. Так, значит, далее Earn Crypto. Это обновить, это типа вкладывать. Я здесь без вложений. Далее опять нажимаю... А, 3200. Вот, 0.3. Мало совсем. Значит, так. И что здесь еще? Вот это дашборд наш. Находится партнерская ссылочка. Так. Есть поддержка. Можно общаться с поддержкой. Вот. Так, закроем поддержку. Далее что? Валет. Прописываем. Как прописать валет? Сюда вставляем адрес. Сюда так. Значит, я буду вставлять с биржи, с Binance. Вы не знаю как. Ну, я с Binance. Как бы я здесь собираю монетки. У меня уже в сатошах сколько? 60 тысяч. Значит, показываю. Нажимаю депозит. Депозит. Галочку. Нажимаю на красную вкладочку. И у меня сгенерировался адрес. У вас будет свой адрес. Так. Я его копирую. Перехожу сюда, вставляю адрес. Далее опять на Binance. И вот этот так. Копирую. Копирую. Опять возвращаю. Сюда так вставляю. И нажимаю сохранить. Все, мои данные сохранены. Минимум, как я сказала, 1 Ripple. Вот. Когда у меня вот здесь будет 1 Ripple, можно будет выводить.
Дашборд. Вот такой вот, не знаю, букс, не букс, ну, такой вот проект. Вот. Ну и на почте будет вот здесь у вас внизу как бы вот ссылочки на группы. Вот есть группа на Facebook. Потому что больше я нигде не нашла, только вот здесь. Вот. Кому интересно, пользуйтесь. Вывод будем проверять, когда будет что выводить. Так, вот это что? Переводим на русский, все на иностранном у нас. А создать компанию. Здесь можно еще будет рекламировать свои проекты. Значит, оплата за просмотр. Скоро это здесь у них. И детали компании. Выберите количество просмотров. Здесь заглавие, описание, URL. Здесь файл. Как бы. Это, я так понимаю, все будет скоро. Вот, ну, панель инструментов. Ну и вот заработать крипто. Там уже сами посмотрите и подберете, кому что удобнее. Вот. А есть игры, но я сюда не лезу. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.